И всех приветствуем на канале Смесы Туха. Мы продолжаем проходить хоррор игрушку, называем Spooky Jumpscare Mansion. В уши серы мы остановились на том, в этой роде мы что мы пошли 300 комнат. Бля, что так мало сегодня мы пошли. Поэтому сегодня, наверное, будем... ну, давайте сегодня 250 пройдем, короче, ребят. Или 300. Не знаю, блин. Давайте 300 пойдем. Или 250. Короче, Антон чуть попозже поймет и поймет. Опа, новая. Сука, я телефон выключил. Долбоёб. Смысл, когда выключилось? Я только что переводил. Ебланище, блять. Так, день 4. Я начинаю терять счет времени. Батарея моего телефона сильно разряжена. Поэтому я поручил сохранить ее на случай, если найду выход. Ну, то есть... Понятно. Я, кстати, еще одну вещь... хуя. И ты тут, Сэнки. Короче, пока что расскажу то, что я узнал новенькое. Вот то, что я вот думал, что вот этот вот, кто пил. Я думал, это Тянка. А это, оказывается, пацанчик. Еще у нас есть ученые тут, которые тоже заперты были. И сейчас... Мы получили записку от геймера. Или стримера. Закруто. Так, следующая записка. Не надо, сука. Мне и так, сука, минимально поставлено. Мне и так страшно. Но сразу же после того, как он прижал к игре, патч... А. Не там. Сначала вот это нужно перевести. Сука, иди нахуй, телефон разряжается. То нахуй так громко. В один день странный слуга хромой... Приехал в город, он подавал куклы и безделушки ручной работы, и всем детям нравился его взгляд и его подарки. Город не мог поддерживать его магазины, потому что другие магазины терпели неудачу. Цены в Одессе стали ревновать, и так однажды ночью некоторые из магазинов горожане взяли все куклы и бросили их в реку. Вот тут вот, короче, ну, то, что он... побежал за этим, за этими куклами. И... Там... полетел... Пошел, короче, к этим куклам. То есть поплыл по речке, да. Сейчас мы с ним встретимся. Он как стось... Закрыто, пизда. Он, короче, прыгнул в речку за своими куклами ебаными. Но проблема его была в том, что он не смог выплыть, и там же и сдох. Потом, короче, его нашли дети. Дети, короче, нашли, они тоже стали куклами. А потом нашли этого чудика, тоже стал куклой. Сейчас, наверное, про это нам говорят, потому что я только что немножко посмотрел. Так, хотя это в детстве остались довольны. Так. А вот, сейчас про это я расскажу более-менее нормально, не то, что я хуйню вспомню. Спустя годы городские дети начали подопадать, и все больше и больше детей попадало. Люди стали находить все больше и больше кукол в лесу и вокруг. Эти марионетки иногда казались почти похожими на попавших детей. Все, берем. Пока что еще расскажу один интересный факт по этому кукловоду. Я вот сейчас немножко смотрел, короче, прохождение Куплинова. Ему очень нравится его музыка. Не надо. А мне не очень нравится. Шо нахуй кукловод? Куколд. Сука, куколд ебучий.
Блять, как неудобно. Закоулки, блять, всякие. Ёбаный кукоут. Видели, да, стамеску у него, или как это называется? Ну, типа отвёрка, но который ебашит по дереву. Иди нахуй. Иди нахуй. Сука, тупой долбоёб. Прекратил мне нахуй. Вот, это один из самых противных. Ах, сука, ебаная. Ёбыч мне пописал. Да иди нахуй. Гондон, блять. Давайте немножко подождем, подхинемся. Хули ты, блядь, дива. Я смотрю на тебя, ебалан. Чё копай, бля, буш? Лысый, сука. Ну, если так прислушаться, то... Так, 50 на 50 вроде нормально. Песенка у него, саундтрек. Но у Моргенштерна с Роуча. Ебаная курва. Не надо. Сука ебаная. Подождем, похилимся. Хилимся, живем. Иди нахуй, хилимся, жив. Пидрастическая обезьяна, блять. Да все, иди нахуй, отъебись от моего глаза, пидорас. Пиздец, противный гондон, сука. Хух. Ух, ужасно. Но нет, я забыл, ребята. Не нужно стоять на месте. Мотивацию надо понять. Немножко приуныл, когда меня убили. Ты заебал, блядь. Хоть мне нахуй в уши дуть, собака ебаная. Да реально заебал, реально. Что там, оптимист с первых секунд у меня сразу же отсекся. Я даже не хочу даже стол сегодня комнат проходить. Из-за этого гадкого утенка. Да хватит. Блюдство тупое. Да прекращай мне, сука, дуть. Вы сейчас мне будете еще бесить этим, да? До начала дали черта боссаного. Это кукольника, кукольника. Ёбаный мудак. Чё, блядь? Я чё-то, блядь, не то делаю? Что за херня? А, ну ладно. Чё за хуйда? Так, ютуберы. Увидел стол, побежались. Да, немножко испугался света. Скуперелит. Сука, как я ненавижу эти всякие факинг... Сука, я еще себя ненавижу. Звуки. Напрягают. Это самое мое... Я уже, наверное, сколько уже времени говорю, что самое
Мое ненавистное хоррор игр это атмосфера. Кто-то говорит, что, блядь, что за говно? Игра просто пугалка, это без атмосферы, это не хоррор. А мне наоборот по кайфу, что бум, мудила. Тупоглазый. И чтоб у меня пугало, атмосферу можете не сувать. Желание бешеное имею. Чтоб такого больше не появлялось вообще. Также вы знаете, что из-за этого у меня не очень самая моя любимая игра. Это fucking Backrooms. Это самая гадкая, что я, сука, на свете. Конечно, некоторые, бляха-муха, могут быть. Если там онлайн, там, хоррор. Backrooms, ну бля, с другом-то хоть немножко будет поинтереснее. Не знаю, почему, но я там прям жесткое отвращение имею. Сука, от своей бя, что от тупости своей тупой. Вот так вот мы просто говоря, уже хер знает сколько уже. Почти 50 комнат пошли. Ура, надеюсь, на этом можно закончить, потому что я уже реально... Хотелось мне что-то быстро играть в эту игру. Ну да, вроде бы прикольно, вот немножко есть сюжет. Ну, сука, из-за одного человека, куколудника, полукровка, чмо и чмо 2 квадрате равно минус 2 квадрат умножено. Блядь, дисипрап! Тварь тупая, гнида. Бисектриса. Крыса, которая героина в кого, вот и хера. Не понял. Блять. Ребята. Все-таки мне придется как минимум даже 100 прийти комнат. Так, мы пошли посюда. А, ну все нормально. Ты думаю, опять обманка. Кто это? Сука, Мицури, блядь, не дала мне почитать. Второй раз уже, сучка. За этих и... За этого еще тоже не люблю. Сука, женщина, уйди, блядь. Блядь. У меня вуменфобия, отвали. Да и, сука, еще специально эту хуйню даю, да, чтобы я еще больше сикался. Это не прикольно. А, сучка тупая. На самом деле у меня нету вулнофобии, я сигма. Сука. Когда мы FPS убежали? Ребята, что с FPS? Что, сука, с FPS? Ебаная покважа. Ай, блядь. Сука, своими ноготями, сука, нарощенными, блядь. Прям впитываются в мою кровь. Тварь поганая. Жоп твоя, сука, накачанная. Не люблю, блядь, хирургию в женщинах. Они красивые, они сами по себе, блядь. Алло, ебать. Ты что еще по нас, сука, по насранье? Да, еще вот Куплинов. Блять, Куплинов. Блять, у меня свой видос. Вот поэтому я буду говорить про Куплинова. Потому что Куплинов это, сука, самый брутальный чувачочек. Не похуй, я даже не видел тебя. Куплинова тоже бесит, это Мицури. Вот мне куколдник, этот ебучий полдник, ебаный, бесит. Ладно, 100 комнат это как-то несерьезно. Давайте 150 пойдем. Наверное. Блин, если на 150 не будет, то мне придется 200 проходить. А потом еще больше.
Поэтому все это будет видос поменьше. Я что-нибудь еще там суну. О, вот это самое расслабляющее. Так. Так. Лево, прямо, прямо. Прямо. Вот это самая моя любимая комната. Потому что тут нету чертов. Просто слушаешь. Пью, пью. Так. Сюда увидел. Так опять с этого напугался. Вот смотри, вот так если повернуться резко. Да уж опять думал на ёбка. Но нет. По факту все написано. Как, сука, Сайтама сказал. Причем тут Сайтама, я хотел вообще... Как, блядь. Хотел изначально... Упокойсти. Опа, так. Я могу вспомнить, когда... О! Ох, немножко можно... Сердечко... Сердечко отпустить. Ты знаешь, что, блядь, чуколуху. Перевод мне, пожалуйста, этой хуйни можно? На блюдечке. Я не могу вспомнить, почему я пошел сюда. Была бы ли когда-нибудь цель? Я верую, что смерть неуклонно приближается ко мне. Галлюцинации могут причинить мне вред. У меня закончились запасы ида. У меня сильное, внезапное, сильное сердцебиение. Согласен, брат. Поддерживаю тебя максимально. Хоть у меня никаких нету. Проблем с сердцем. Но сейчас чувствуешь, что... Он говорит, блядь, братан, ты хуйня. Ух ты. Вы же мне говорите, отдохни, братишка, почитай. А я не против. День 7. Я больше не могу отличить настоящее от нереального. Мои, конечно, отказываются двигаться так, как я хочу. У меня такое ощущение, будто я плыву по глубокой реке, которая всегда течет против моего направления. Теперь я лягу и позволю реке течь по мне. Я позволю этому довести меня до конца. В любом случае, я знаю, куда я иду. Это место, все это место, всего лишь вращающее, колечащее, скованное на просторах бесконечного королевства. Я собираюсь отдохнуть сейчас. Я буду присматривать за тобой. Блять. Я знаю, да, один еще. Спук или как там... Звали. Короче, такой глаз, который... От своей... Нихт, нихт, нихт. Сол нахуй. Посол нахуй, бяда. Бяда, иди нахуй. Да, сегодня соточку пойдем. В следующий раз с более случаем настроением приду и пойдем сразу же где-то 3 сотни. А так, когда вы сейчас будете смотреть этот видос... Будет он первым или вторым, это точно. Опять кто-то, сука. Опять 25, блядь. Давай, пугай, заебал. Давай. Чё, ебанутый? Ну, бля, ладно. Давайте последняя дверка. Я могу выйти из этого ебаной игры, блядь, больше. Все, давайте на этом закончим. Если понравилось, поставьте лайк, подпишитесь на самом сайтуха. Котика, всем пока.